постоянном контакте с избирателями. В Курске открылся второй депутатский центр. Подобный уже не первый год работает в железнодорожном округе. Теперь народные избранники стали ближе жителям центрального района. По сути, это та же приемная граждан. Только обратиться с проблемой можно будет сразу к нескольким парламентариям. Пока работать в центре будут два депутата Курской областной думы – Максим Мамзурин и Надежда Пономарева. Прием граждан в первый и третий четверг каждого месяца с 15:00 до 17 часов. Удобно. Нет одного депутата, есть второй депутат, нет одного помощника, есть второй помощник. Каждый приход сюда человека, он не останется в результате незамеченным, и какие-то меры будут приняты. В этом же центре совсем скоро будут проводить приемы граждан и депутаты городского собрания. Располагается новая структура в здании администрации центрального округа по адресу улица Невского, 5.